Приветствую, друзья, на канале Каска. В этом видео вы узнаете, как повысить FPS в Warzone 3, а также избавиться от лагов и фризов. Пройдемся по настройкам графики и подберем актуалочку для разных систем, мощных, немощных, ноутбуков и так далее. За большие пальцы вверх и подписку на канал буду благодарен. Готовьте ваши ручки, ну а мы начинаем. Да что это такое? Снова пинг под сотку. Окей, исправляем ситуацию. А вот это уже другое дело. Хочу поделиться с вами полезной информацией. Как можно понизить пинг буквально 2 клика для более стабильной игры. Есть такая программка, называется Gear Up Booster. Поддерживает большое количество игр, в том числе Warzone, Apex, Valorant и много других. А пользоваться ей очень просто. Выбираем игру, нажимаем бустинг, ждем несколько секунд и получаем примерный пинг в самой игре. Там же можем поменять регион и сам узел подключения. Самое главное, что Gear Up Booster никак не влияет на игровую механику, а конкретно занимается соединением с сервером. Все максимально безопасно. К тому же вышло крупное обновление Gear Up 2.0, в котором улучшили эффективность снижения пинга и добавили новую функцию антипакет Loss. Что она делает? Устраняет потерю пакетов на 100%. Звучит интересно, я тоже так считаю. Рекомендую каждому из вас попробовать и написать в комментариях, насколько получилось у вас снизить пинг в играх с Gear Up бустером. Ссылочку я оставлю в описании и в закрепленном комментарии. Начнем мы с настроек графики. Видеорежим. Для Windows 10 ставим обязательно полноэкранный. Если у вас Windows 11, тогда можете выбирать либо полноэкранный, либо без рамки. Если Warzone у вас на ПК уже более полугода, рекомендую сделать повторную предзагрузку шейдеров. Но перед этим обязательно удаляем папочку с кэшем тех самых шейдеров. NVIDIA Reflex низкая задержка. По дефолту оставляем на вкл. Но ставить вкл плюс ускорение не стоит, потому что могут начаться различные проблемы. Фризы, понижение производительности и так далее. На максимальной частоте кадров обязательно делаем лог кадров в меню. У меня по дефолту стоял на 120, и это неправильно, потому что у нас повышается нагрузка на видеокарту, тем самым увеличивается температура. Нам это не нужно, тем более в меню ставить 120 странно как минимум, поэтому ставим 60 и применяем настроечку. Все остальные настроечки можете оставлять по дефолту, либо на ваше усмотрение. Далее у нас самое важное, это качество графики. Разрешение визуализации. Для большинства я рекомендую оставлять на 100%, иначе при понижении мы очень сильно потеряем в качестве картинки, будет более мыльное изображение, ну и плюс пиксели. Но если у вас очень слабая система и их очень сильно хотите поиграть, можно для начала выставить на 85. Если наблюдаются проблемы, опускаем до 75, но ниже уже все-таки не рекомендую. Динамическое разрешение отключаем. Path Tracing и Ray Reconstruction. Как нам пишет описание, это динамическое освещение в реальном времени. Целевой масштаб видеопамяти. Для видеокарт, у которых более 8 гигабайт видеопамяти, мы можем поставить на 90. Если у вас менее 8, то оставляем по умолчанию на 80. Переменное значение затенения. Обязательно включаем, потому что эта технология повышает производительность игры почти без ущерба для качества графики. По моим тестам, в принципе, справляется очень даже неплохо. По крайней мере, не делает картинку хуже или не кушает лишние кадры. Ну а теперь начинается самое интересное. Я покажу два пресета. Первый пресет для залетных ребят по типу меня, которые зашли раз в полгода, поиграли недельку и снова на полгода забросили. Будет немножко лучше картинка, чтобы глаза не так сильно уставали. И второй пресет, так сказать, для киберспортиков. Те ребята, которые хотят выжать каждый кадр из этой игры. Начнем с первого пресета. Разрешение текстур. В принципе, тут все ясно. Если у вас 8 гигабайт, можете поставить даже высокое качество. На FPS, если влияет, то в основном не более 2% производительности, поэтому можете ставить смело высокое качество. Но так как это Warzone, лучше поставить обычное качество. Анизотропная фильтрация. На FPS никак не влияет, ставим высокое. Глубина резкости. Отключаем. Качество деталей. Низкое. Разрешение частиц. Низкое. Следы от попаданий пуль. Отключаем. Долговременные эффекты. Тоже отключаем. Качество шейдеров. Среднее. Загрузка текстур по требованию. Конечно же, отключаем. Качество отображения локальных текстур. Я обычно оставляю на
Обычно. Качество теней. Обычное. Тени в экранном пространстве. Выключаем. Затенение фонового света. Статичные объекты. Качество статических отражений. Низкое. Тесселяция. Рядом. Качество объемного освещения. Низкое. Качество непрямой физической модели. Отключаем. Динамические эффекты погоды. Низкое. И качество отображений. Воды. Отключаем. Нажимаем «Применить настройки». Ну и второй пресет для киберспортиков. Разрешение текстур. Минимальное. Фильтрацию оставляем высокую. Качество шейдеров. Низкое. Текстуры по требованию. Так же само отключаем. Качество отображения локальных текстур. Низкое. Качество теней. Минимальное. Затенение фонового света. Отключить. Следующие параметры оставляем из предыдущего пресета. Тесселяция. Отключить. Динамические эффекты погоды. Тоже отключить. Ну и нажимаем «Применить». Масштабирование, резкость. Это самое интересное. Здесь у нас есть большое количество различных видов масштабирования. NVIDIA DLAA. Это мы выбираем только в том случае, если у нас видеокарта 4090. Потому что с помощью DLAA вы не повысите производительность, а наоборот улучшите картинку. Возможно, это очевидно, но некоторые ребята мне писали, что у них якобы повышается FPS, когда они ставят DLAA вместо DLSS. Ну, окей. Если у вас видеокарта от NVIDIA и серии RTX, мы, конечно же, выбираем DLSS. Нажимаем «Подробнее», и здесь у нас есть конфигурация NVIDIA DLSS, то есть различные пресетики. Если у нас видеокарта 3060 Ti и выше, оставляем на «Качество». Если у нас, как пример, 3050 или 2070, для начала выбираем «Баланс». Если наблюдаются проблемы, можем уже выбрать «Производительность». Но желательно придерживаться качества. Резкость NVIDIA DLSS. Здесь мы выбираем, конечно же, на ваше усмотрение. Если у вас мониторчик Full HD, то, скорее всего, вам придется повысить резкость. Далее, допустим, у нас видеокарта какая-нибудь там 1080 или от AMD-шки ее аналог. Что делать в таком случае? Судя по тестам, лучше всего показывает себя именно AMD FSR 3.0. Нажимаем «Подробнее», и здесь у нас есть конфигурация AMD FSR, как и с DLSS. Ставим, конечно же, «Качество». Потому что рекомендованное — это у нас, по сути, базовое качество, не сильно отличается. Если наблюдаются проблемы, ставим баланс. Заодно можете проверить, как работает генерация кадров AMD, потому что иногда из-за этого может игрушка вылетать. Если хорошо работает, нет искажения изображения, нет различных фризов, тогда можете включать. Генерация кадров NVIDIA DLSS. Если у вас 4000-я серия RTX, это как из генерации кадров от AMD. Если не наблюдается каких-то проблем, задержек, искажений и так далее, тогда можете включить. Благодаря таким настроечкам производительность в игре повысится в несколько раз, особенно если делать сравнение с ультракачеством. В том плане, что первый пресет, который отвечает за более-менее неплохую картинку и высокий FPS, будет не так сильно отличаться от ультракачества. Да, вода хуже, тени тоже не везде прорисовываются и так далее, но тем не менее, глаза не режет, играть можно без проблем. То, что касается второго пресета для киберспортиков, ну тут в принципе все очевидно. Конечно, картинка будет в разы хуже, но нам важен каждый кадр. А в замесах, естественно, FPS может очень сильно проседать. И нагружать лишний раз нашу видеокарту какими-то различными эффектами не очень рационально. На вкладке «Обзор». По факту тут ставите то, что вам больше нравится. Эффекты размытия, конечно же, отключаем. Угол обзора. Разница по количеству кадров около 2%. Но на количество FPS не стоит обращать внимание в этом случае, потому что угол обзора в первую очередь ставите так, как вам более комфортней. Ребятки, если у вас есть желание, самое главное возможность, можете поддержать мой канал подпиской на Boosty. В знак благодарности вы получите мой архивчик с оптимизацией как Windows 10, так и 11. Он активно развивается, стараясь в каждой новой версии добавлять что-то новое. Там же находится гайд на 30 минут, как всем этим пользоваться. Плюс иногда публикую разные твики, отдельные настройки для некоторых игр и все возможные архивы в одном облаке. А также у меня есть Telegram, в котором я делюсь игровыми новостями, когда следующий ролик и так далее. Ну и конечно же наш Discord сервер. Мы там общаемся, играем и решаем проблемы, которые у вас могли возникнуть. За любую активность буду благодарен. Отвечаю всем и постоянно. Ссылочки в описании.
На рабочем столе нам необходимо сделать несколько небольших манипуляций. Начнем мы с аппаратного ускорения. Нажимаем поиск, пишем настройки, графики, нажимаем обзор, и нам необходимо найти Warzone. Здесь есть два приложения. Код, нажимаем добавить, и еще одно приложение, код 22. Добавить. Нажимаем параметры и ставим галочку на высокая производительность. Сохранить. Делаем то же самое и для другого приложения. Далее нажимаем изменения стандартных параметров графики. Если вам доступно аппаратное ускорение, тогда я рекомендую включить, сделать перезагрузку системы, зайти в Warzone и проверить, как именно на вашей системе будет работать игра. Потому что многое зависит, как ни странно, от вашей системы. Чаще всего вы заметите, как у вас повысится производительность и уменьшится время задержки. Но иногда никакой разницы вообще не будет, и это в принципе тоже нормально. Но бывает такое, что возможно наоборот начнутся подтормаживания, фризы. В таком случае, конечно же, отключаем. Плюс, если у вас Windows 11 и вы играете в окне, тогда поставьте галочку на оптимизацию для игр в оконном режиме. Далее открываем мой компьютер, переходим на диск C, пользователи, ваше имя пользователя, документы, Call of Duty, Players. Здесь нас интересует option.4.code23. Нажимаем PKM и изменить в блокноте, либо открыть с помощью блокнота, как вам удобнее. Первым делом меняем Render Worker Count. По умолчанию будет указано максимальное количество физических ядер, которое у вас имеется на борту. Как проверить их количество? Нажимаем PKM на нижней панели, диспетчер задач, переходим на производительность и первая вкладка центральный процессор. В моем случае 6 физ-ядер и 12 логических процессоров. Нас интересует именно ядра. Мы ставим на одно ядро меньше, то есть 5. Если у вас 8, ставите 7. Если у вас 4, ставите 3. Это тот же самый случай, как и с аппаратным ускорением. Могут быть абсолютно разные результаты, как лучше, так и хуже. Далее опускаемся слегка вниз и находим Corps Limit. Можете вбить в поиске, либо я оставлю в описании все эти названия, чтобы вы могли скопировать, нажать Ctrl плюс F и уже искать. Вместо 28 ставим 0. Чуть ниже есть Show Blood Effect. Вместо True мы копируем, нажимаем PKM, копировать и вставляем False. Чуть ниже есть Blood Limit Interval. Ставим от 1 до 2000. В нашем случае 1. Show Brace. Вместо True тоже копируем, False, копировать и вставляем. Находим Corpse Threshold. Мы можем выбрать от 0.5 и так далее до 1.0 и так далее. Мы, конечно же, выбираем 0.5 и так далее. Копируем, вставляем. Sub Division Level. Ставим 0. Спустившись чуть ниже, найдем Sun Shadow Каскады. Здесь у нас есть три варианта. Low, Medium, либо High. Просто берем и копируем, допустим, Low, PKM, копировать и вставляем вот здесь. PKM и вставить. Reflection, Prop, кто там? Ставим 1. Static, Sun, Shadow. Здесь у нас тоже есть огромная вариация от 0 и до... Вы поняли. Наша задача вместо 1024 поставить для первого пресета, который более графический, 512. Для второго пресета киберспортиков 0. Ну и наконец Enable Velocity Based Blur. То же самое. Вместо True копируем False и вставляем вот всю дым. После этого нажимаем просто файл и сохраняем бус. Вдруг, если очень сильно переживаете, яйки поджались, можете нажать PKM, скопировать и отправить на рабочий стол. Ну, только делайте это, конечно же, заранее. Если у вас видеокарта от NVIDIA, покажу несколько самых важных настроек. Переходим на программные настройки, в списке ищем Warzone, если нет в списке, нажимаем добавить и ищем уже в этом списке. Фильтрация. Если в самой игре вы ее отключаете, то можем тоже выключить. Вертикалка. Отключаем. Vulkan OpenGL. Использует цепочку буферов DXGI. Частота обновления вашего экрана высшая, доступная. Режим низкой задержки. И если в самой игре стоит на FKL, то и здесь тоже выбираем FKL. Некоторые говорят, что нет смысла. Если в игре включил, то здесь можно отключить. У меня немножко другое мнение, тем не менее, поступайте как вам больше нравится. Режим управления электропитанием. Выбираем режим максимальной производительности. И в самом низу у нас есть совместимость с OpenGL. Выбираем приоритет совместимости и фильтрация текстур качества. Выбираем высокая производительность. И нажимаем применить. Все базовые параметры мы с вами проделали. Но если вам необходимо повысить производительность еще выше, залетайте ко мне в телегу, там есть архивчик, и все подробно расписано, как, что и зачем делать. После всех этих настроек залетаем в Warzone и наслаждаемся, если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.